Вітаю глядачів, слухачів і підписників Політека Онлайн. Дякую, що ви разом із нами. Скайпом спілкуємося з політологом Віктором Небоженком. Пане Вікторе, мої вітання. Здравствуйте. Пане Вікторе, ну що ж, карантин поступово послаблюється. Даруйте за слово, але бардак у правоохоронних органах посилюється. Списи навколо інтерв'ю Дмитра Гордона з Ігорем Гіркіним вже давно поламані. Пане Вікторе, будь ласка, от змалюйте яскравими фарбами політичну картину нашого сьогодення і окресліть нариси нашого політичного майбутнього. Що нас всіх очікує? Давайте так, украинцы, особенно политики, они же жадные, но ленивые люди. Но обстоятельства внешнего плана заставляют их суетиться. Скоро наступит то, что называется для украинской политики маленький судный день. Маленький судный день. Маленький. Маленький. Потому что украинцы, особенно политики, не верят, что бывает политическая ответственность за то, что они вытворяют в собственной стране. А судные, почему маленькие? Потому что на самом деле их несколько. С одной стороны, 4 ноября, вы знаете, что в Америке решается вопрос, кто будет президентом, демократы или республиканцы. И Байден или Трамп. И это имеет, оказывается, прямое отношение к Украине. С другой стороны, в России происходит то, что раньше называлось неприличным словом политическая перестройка. Одновременно конституционная перестройка, которую затеял президент России, и мировой кризис, экономический кризис, эпидемия, все это ударило по сегодняшнему режиму личной власти президента Путина. И как он выйдет из этого положения, решит внутренние вопросы, или, как всегда, как в 2013-2014 году сделал маленькую, как он считал, победоносную войну против Украины, это все имеет отношение к Украине. И, в принципе, поэтому все политические группы сейчас у нас, они не совсем очевидные, не совсем сформированные, не у каждого из них их лидер, а иногда группа состоит из одного лидера. Они сейчас готовятся к каким-то большим изменениям. То ли в связи с тем, что в Соединенных Штатах будет новый президент, то ли в то, что и в России будут какие-то изменения. То ли в сторону Украины, то ли в сторону внутренних изменений. И отсюда вот начинается та суетливость. Внешне это выглядит так, что у нас заканчивается эпидемия, заканчивается карантин, и наступает время политики. То есть темы, которые до сих пор не интересовали население Украины, ну, карантин был, больше переживали за борьбу с коронавирусом, за эпидемию, за статистику эту, как люди переносят этот карантин. А теперь возвращаются традиционные темы. А традиционные темы Украины — это не ее успехи в экономике, это ее политическая жизнь. А что, успехи в экономике есть, пане Викторе? Хиба есть успехи? Нет, нет. Их нету, поэтому население вместе с политиками пережевывает политику, политические. И вы знаете, что вот буквально несколько дней назад произошло одновременно три важных чисто публичных политических события. Это пресс-конференция президента, это интервью Гордона и Стрелкова, и это интервью... И это пресс-конференция Дергача и Кулика против с опубликованием пленок Порошенко и Байдена. Все эти три, скажем так, публичных события, они тесно связаны с друг другом. А який зв'язок вони між собою мають? Розкажіть, розтлумачте, будь ласка. Мало хто обратив увагу, що сенсаційна прес-конференція Деркача і Кулика о пленках Байдена і Порошенка, в якому якоби прослідується зговор між бувшим віце-президентом Байденом і бувшим президентом, вона була зроблена за сутки до виступлення президента, який, звісно, повинен був відповісти на дуже животрепещі и актуальные и санкционные вопросы. Для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы поймать президента Зеленского на том, что он имеет отношение к этим пленкам, что он разберется с этим, и он станет либо на сторону Байдена,
либо на сторону Трампа, который страшно заинтересован в том, чтобы Украина открыла уголовные дела по поводу Порошенко и Байдена. И есть третий путь – это как бы уйти в сторону и дождаться выборов. Все три пути для президента Зеленского очень неудобны. И именно вот этом был заинтересован, именно в этом была главная цель пресс-конференции Дергача. Его не интересовали там, собственно говоря, сам Порошенко. Все знают, что Порошенко зарабатывает на чем могут. И он был президентом барыгой, скорее, чем президентом Украины. Байден сейчас является одним из ключевых участников избирательной кампании. И стояла задача показать, что президент Зеленский не справляется с этой ситуацией. А более сложная цель, которую ставил себе Деркач и люди, которые стоят за ним, или, по крайней мере, те, кто передали ему эту информацию, заключалась в том, чтобы показать, что не Россия вмешивается во внутренние дела Соединенных Штатов во время выборов, а Украина специализируется на вторжении, интоксикации американских выборов. Это самая была главная задача. И в принципе, после того, когда президент Зеленский не нашел, что ответить на вопрос, как его отношение к пленкам Байдена Порошенко, он сказал, разберется следствие. То есть он выбрал как бы третью позицию, но тем самым признал, что Украина принимает в этом участие. Вот вам в эпицентре этих трех скандалов всех, естественно, находится Украина и ее президент Зеленский. К сожалению, раньше такого наступления на президента не было. Пане Вікторе, і що касається... так. Да, я слушаю. Пане Вікторе, якщо ми вже так сфокусували увагу на цих аудіозаписах, на яких ми чуємо голос і Петра Порошенка, і Джо Байдена, і Джона Керрі, скажіть мені, будь ласка, а чим ці аудіозаписи, аудіозаписи цих розмов принципово відрізняються від тих аудіозаписів, на яких ми чуємо голос і Зеленського, і Трампа. Абсолютно, абсолютно верно, абсолютно верно. Вы думаете, люди, которые организовали пресс-конференцию Дергача, не понимали, что нет большой разницы между телефонным разговором Трампа и Зеленского, когда Зеленский прямо говорит, у меня есть свой управляемый генеральный прокурор. Это точно же такой же уровень криминальности. Поэтому, еще раз повторяю, эта пресс-конференция Дергача была связана не с тем, чтобы вынести какой-то новый материал, мы все это много раз уже слышали, а для того, чтобы поставить президента Зеленского в неудобное политическое положение. И они добились своего. Я еще раз повторяю. А сама Украина выглядит страной, которая вмешивается и в 2016, и в 2020 году в избирательную кампанию Соединенных Штатов. А чистыми остается Кремль. Путін. Вот для чого ділилося так все. І повторяю, к сожалению, Зеленський попався на этот крючок. Але ж, пане Вікторе, і Російську Федерацію, до речі, багаторазово звинувачували у втручанні в президентські вибори у Сполучених Штатах у 2016 році, про що неодноразово і Трамп говорив, і відповідні у нього були зустрічі по цій тематиці із президентом Путіним, ми пам'ятаємо це все добре. Но в любом случае, перед тем, что скоро выборы в 2020 года в ноябре месяце в Соединенных Штатах, Украина выглядит более криминальной, более агрессивной, более настойчивой в американских делах. Это плохо. И если вы заметили, чтобы ответить уже на ваш вопрос и как-то подвести какую-то, скажем так, политическую базу под мой тезис, недавно 6 американских бывших послов в Украине разного происхождения, демократы и республиканцы, еще раз упорно говорили, украинцы, не пытайтесь, не следуйте за фарватели России, не поддавайтесь на идею, на тезис, на стратегию того, что вы виновны в вторжении в американские выборы больше, чем Кремль. Отойдите от этого. Но уже, честно говоря, это уже поздно. Это письмо должно было быть немножко раньше, чем выступление Дергача, и немножко раньше, чем неправильные ответы президента Зеленского на пресс-конференции.
Пане Вікторе, от сфокусуємо також нашу з вами увагу і на прес-конференції глави держави. Багато чого цікавого ми почули від пана президента, і, зокрема, його натяки на високу ймовірність його повторного балотування на другий термін. От те, що ви почули, те, що ви побачили з виступу глави держави, от яку конструкцію все ж таки ви особисто для себе побудували, виходячи із того змісту? Давайте сначала немножечко, как преподаватели, как старшие товарищи, поучим немножко людей, которые сейчас гордо называют себя офисом президента. Во-первых, любая годичная конференция должна включать в себя и новую форму. Не просто когда я пойду в туалет во время пресс-конференции. Это слабая форма, это слабая. Не просто на лужайке. Все это проходили. Новую форму с новыми словами, с новыми выражениями, с новым каким-то подтекстом. Это первое. Второе. Любая президентская пресс-конференция на уровне годичной отчетности обязательно должна была включать в себе не только отчет, но и какие-то яркие новые предложения. Пусть они тут же потом забудутся, но так устроен президентский пиар. Ничего такого не было. Мы видели остроумного, немножко так заматеревшего, пополневшего, в отличие от Порошенко, который похудел на 15 килограмм, человека, который становится президентом, но еще только по форме. Содержание, к сожалению, еще недоступно Зеленскому. Я ничего, кроме идеи о том, что, может быть, я буду вашим президентом второй срок, не услышал. А он должен был говорить и о мире, и о борьбе с коррупцией. Не просто говорить, а конкретные предложения. Вы извините, так делает Трамп, так делает Путин, так делает Меркель, так делают президенты и премьеры любых стран. Вот это, то есть, к сожалению, пресс-конференция не выполнена в формате президентской пресс-конференции, а выполнена в формате политика, который имеет право, имеет возможность пригласить на лужайку Мариинского дворца этих журналистов. А теперь касается только одной той идеи, которую он сказал. А ее лучше было не говорить. А о втором сроке. Вы знаете, я вам сейчас приведу пример Китая. Начиная с Дэ Сяопина и окончания культурной революции и смерти Мао Цзэдуна, китайская элита приняла решение. У нас не будет императора, у нас не будет человека, который будет больше одного срока руководить страной. Мы выработаем правила, по которым движутся все вверх, а генеральный секретарь никогда не будет вечным. Хватит нам Мао Цзэдуна. И они это преследовали до Си Цзиньпиня, до сих пор. 2 года назад Си Цзиньпинь пробил новую норму в аппаратной логике, предполагающую его возможность вечного пребывания на этом посту. И это мгновенно вызвало многочисленные интриги. Для чего я вам привел этот пример? Это всегда приводит к дестабилизации. Политические контрэлиты и политические противники любого президента всегда говорят, ну хорошо, он еще там год будет или два, а потом наступит наше время. А когда вдруг политический деятель, политический лидер говорит, а вы знаете, я могу бесконечно долго быть вашим хозяином. Это означает только одно. Он сбаламучивает политическое болото, он заставляет других начинать раньше времени подготовку к его смещению. То есть надо быть очень сильным человеком, а не просто так взять ляпнуть, что я останусь на второй срок. Это была политическая ошибка. Не будучи сильным президентом, Зеленский заявил о силовом формате на протяжении 8 лет. Это значит, что все политические группы сейчас начнут готовиться для того, чтобы этот план не был осуществлен. Вот ответ на этот вопрос. Пане Вікторе, тобто ви хочете сказати, що Володимир Олександрович Зеленський, який під час своєї президентської виборчої кампанії багаторазово говорив, що він йде в президенти лише на один президентський термін, тобто на 5 років, поступово перетворюється із такого собі Володимира Зеленського на Мао Зелена? Ну, по крайней мере, на политика, который, во-первых, потом, который уже прямо говорит, мне не хватает президентского срока для выполнения своей программы. Это всех сразу настораживает.
Понимаете? Это всех, всем сразу. Мы понимаем, что проблемы, в которых Украина требует большого времени, но они требуют консолидации страны и элиты, а не увеличения срока президента. 10 лет Кучмы не улучшили ситуацию Украины. Попытка, и я не знаю ни одного президента, который считал, что за короткий срок, за первую каденцию выполнит то, что он намечен. Поэтому это ошибка, это большая ошибка. Я понимаю, он молод, и он еще долго может быть нашим президентом, но для начала он должен сначала полностью реализовать себя на первой каденции. Он так не сделал, он уже заговорил о втором сроке. Между вторым сроком и первой каденцией, отвечая на ваш вопрос, есть одна хитрая ситуация. Так. Ее часто делают политики авантюрного склада, президенты, и у них это получается, и премьер-министр, если речь идет о общенациональных выборах. Речь идет о втором сроке через досрочные выборы. Вот видите, как усложнил своей легкой шуткой о своем втором сроке президент Зеленский политическую ситуацию в Украине. Володимир Зеленский – это политический авантюрист, вы хотите сказать? Я хочу, что у него появляются. А как вы думаете, человек, который понимает, что 95-й квартал сгнил, что они уже устали, что они уже не тянут, что они уже не нужны зрителям, что они ищут многочисленные новые субпродукты, там, рассмеши Зеленского, рассмеши 96-й квартал, рассмеши комика и так далее, что они повторяются. И вдруг он говорит, я нашел выход из положения. Мы не создаем новую компанию 96-й квартал или 100-й квартал. Я иду в президенты. Согласитесь, что это остроумно. А это не свидетельствует про кризу жанру? Да, конечно. Я же говорю, это кризис жанра было... Не, кризис было самого проекта. На самом деле они уже где-то сгнили и сдохли, 95-й квартал. Он уже все уже знали каждую эту шутку, все видели, куда это все тянется. Поэтому на самом деле нашел свежее решение. Я иду в президенты. Это, с одной стороны, красивое окончание судьбы 95-го квартала. Они же не просто развалились, правильно? Они же продолжали собирать аудитории и аплодисменты. А с другой стороны, он как бы показал свое личное свежее дыхание. Я могу быть не только артистом эстрадного жанра, но и президентом Украины. Если это возможно для олигарха барыги Порошенко, если это возможно для человека, который 3 раза сидел в тюрьме, почему это невозможно для артиста легкого жанра? Вот в какой-то мере я вам скажу, что... Он сделал очень полезное дело для Украины. Он показал, что мы исчерпали все возможные модели президента личности. Профессиональный украинец Ющенко, рыдающий такой типаж. Красный директор Кучма. Кучма, так. Демагог, этот, идеолог Кравчук. Зэк из Донецка Янукович. Барыга, сильный, хитрый олигарх, который решил сосредоточить власть и президентскую власть и олигархическую власть Порошенко. И наконец мы выбрали не какого-то поэта, писателя, а человека, который достаточно популярен, достаточно легкомысленных, но у которого хватило сил победить опытного, хитрого тяжеловеса Порошенко. Но на этом все основные варианты неполитических выборов президентов закончились. Мы теперь понимаем, что нам уже это все не подходит. Так что он сделал очень важное дело, Зеленский. Пане Вікторе, ви от зараз простежили інститут президентства, його уособлення і персоналізацію. А тут постає інше питання. Гаразд, до нас були там і червоний директор, і зек, і демагог. Різні постаті, різні особи, різна історія. Взагалі президентство було поки що в новітній історії нашої держави. Виникає питання, а сьомий, він який буде? В самом простом варианте это будет улучшенный Зеленский. Чуть-чуть толще, чуть-чуть больше, с центральной или юго-восточной Украины, но тоже работающий под Зеленского. И вся избирательная кампания будет его такая. Я не повторю его ошибок.
он был неопытный и так далее. А на самом деле нам нужен профессиональный политик, который будет знать, что ни собственность, ни олигархи, ни та или иная политическая сила не является для него первостепенным, а национальные интересы Украины. Чистейший в этой политик. Может быть юрист, может быть не юрист, может быть общественный деятель, но человек, за которым нету коррупции. То есть вы понимаете, люди типа уже Лещенко, проводник, Лещенко, железнодорожник уже точно не проходит. То есть надо найти такого человека, который не имел такой вот предыдущей судьбы, ни региональной, ни криминальной, ни идеологической. Ну где-то он есть в Украине, не всякого сомнения. Но повторяю, более перспективный, который может перехватить власть у такого человека, это как бы чуть-чуть постаревший, чуть-чуть опытный Зеленский. То есть жизнерадостное существо, которое говорит, ну вот у Зеленского не получилось, а у меня получится. Ну что украинцы, в общем-то, очень наивные люди. Но, повторяю, если у нас будет скорее внешнее управление, а не внутренний выбор, то, скорее всего, нам придется иметь дело просто с техническим президентом, примерно как сейчас мы имеем дело с техническим премьер-министром и техническим главой Верховной Рады. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, от в існуючій конфігурації, куди ми йдемо? Куди ми прямуємо? Ми з вами ждем з вами розрішення внутрішнього конфлікту в Кремлі і внутрішнього конфлікту Сполучених Штатів. Вне тільки внутрішнє управління. Самі українці не справляються з самоорганізацією. Українці не справляються із власною самоорганізованістю. Скажіть тоді, будь ласка, що нам робити в цій існуючій ситуації? Тому що на початку нашої з вами розмови ви окреслили спектр тих трансформаційних процесів, які відбуваються у світі, і виникає питання, а от яке місце посідає Україна в цьому всьому? Ну что вы зря затеяли эту тему, о чем вы говорите? Вы слышали такое безумное выражение «гибридная война»? Звісно. Так эту гибридную войну, концепт, подсунули западные разведки российскому генералу Герасимову, и тот по своей душевной простоте подсунул это Путину, и они начали. А сейчас, когда гибридная война вспыхивает в разных участках, в разных местах мира, вдруг россияне поняли, что это, оказывается, не их изобретение. Я вам скажу, открою одну тайну. Гибридная война — это война 21 века страны, которые имеют колоссальные ресурсы. А вот это никто не сказал ни генералу Герасимову, начальнику генерального штаба, ни Путину. Это вот в чем дело. То есть гибридную войну могут позволить себе очень сильные государства, обладающие мягкой и жесткой силой, на высоком, где-то с высоким уровнем научно-технического прогресса. Но может Россия позволить себе гибридную войну, если когда американские ракеты, как автобусы с центра Киева до Троещины, летают в космос? Нет. Может ли позволить себе Китай гибридную войну? Может. Но не Россия. То есть на самом деле это была такая же ошибка, как и сделал Советский Союз, когда согласился на конфликт с Соединенными Штатами, а американцы открыли так называемые «звездные войны». Это потом оказалось большим блефом. Но Советский Союз потратил колоссальные ресурсы, около 10 лет, и разорвался. Вот для чего это все было сделано. Вот мы с вами здесь сидим, а в это время в небе Ливии идут воздушные бои между неизвестными самолетами российского происхождения и неизвестными самолетами российского происхождения. Ну, это точно гибридная война. Это точно гибридная война. И таких вариантов много. Вот вам один пример. А началось все в мире с Украины. С Украины мир пришел к очень интересной и опасной вещи. То есть в Украине погибают люди, украинские солдаты и офицеры, войны как бы нету, а рядом работают курорты, рестораны, я не говорю в самой Украине, а в соседних странах. Это и есть гибридная война, когда соседние страны знают, что на них не переносится пламя войны. А в войне так не бывает, только в гибридной.
И в гибридной войне бывшие союзники в одном месте в Южной Азии являются союзниками против кого-то третьего, а на другом конце континента ведут ожесточенную бою уже как противники. Вот что такое гибридная война. Может справиться ли Россия с этим? Нет. Когда это все началось? Это все началось с Украины. И теперь этот способ разрешения экономических и политических, если хотите, культурных конфликтов, который мир попробовал на Украине, теперь распространился, расползается по всему миру. А вы говорите, что сделала Украина. Вы можете сказать, что я иронизирую, я говорю о негативе. Нет, я не говорю о негативе. Я говорю о том, что Украина принимает решения в мировых процессах. Другой вам пример. В 86-м или 88-м году, я не могу сейчас вспомнить, Горбачев и Соединенные Штаты подписали невинный договор о сокращении, о контроле за ракетами среднего и малой дальности. Ну, тогда это не было интересно. Согласился и Советский Союз, и США. Прошло 20 лет, да не, уже 30 лет, техника военная пошла вперед. И вдруг оказалось, что когда Россия напала на Украину, и теперь русские генералы говорят, а не дай бог НАТО или не НАТО, а сама Украина возьмет у кого-то гибридные ракеты и разместит на своей территории. А это значит, что прямой доступ к Москве. Там расстояние от ракетных позиций с Украины, ракет средних и малой дальности, к Москве всего 500 километров. Как раз то, что было ограничено. А вы говорите, Украина не играет никакой роли. Ні, пане Вікторе, я не казав, що Україна не відіграє якоїсь ролі. Я навпаки у вас запитав, яку роль ми взагалі-то відіграємо в цих глобальних процесах. Я вам показую, що в міжнародному плані Україна все більше поводів дає для участі України не тільки як площадка для конфлікту між Росією і Сполученими Штатами, хто буде внешній руководитель, але вона одновременно запускає многочисленні процеси, яких ще пару років даже думать нельзя было. Еще раз повторяю, то, что я вам сказал, а другой вариант, самый спокойный. Вы знаете, что на Украине постоянно уже целый месяц льет дождь. Далеко от политики, правильно? Ничего. И в это время целый месяц, а перед этим еще 5 месяцев, в Крыму нет дождей. Скоро там будет плохо с водой. Очень плохо с водой. И тут уже начинается политика. А вот вам политика. Да, вот вам политика. Пусть даст Украина эту воду или нет? Не даст. Если даст, это внутренний конфликт. Что надо было строить стратегам Кремля? Огромный мост, по которому никто не ездит уже второй год? Или надо было строить водопровод, который они построили из Байкала в сторону Китая? Такой водопровод есть. Диаметром 1.5 метра из титановой стали. Но его нету в Крым. Вы скажете, ну вот, вот это политика. Я вам другой пример приведу. Через несколько месяцев одна африканская страна достраивает свою плотину и перекрывает Нил. Египет, обладая самой мощной армией Африки, говорит, мы разрушим всю вашу страну. Вы скажете, а какое это отношение имеет Украине? Вот вам борьба за ресурсы. За водные ресурсы. И опять на первом месте Украина. Все ждут, как поступят. А даст ли президент Зеленский через Ермака воду в Крым или найдет себе силы отказаться? Это при том, что наверняка ему будут угрожать. А вот на вашу думку, дадут воду в Крым, чи не дадут? Нет. Не дадут? Не дадут. А треба давати? Нет. Чи не треба? Нет. Нет. Еще раз повторяю, когда в 2014 году российские генералы принимали решение о нападении на Украину, надо было тогда подумать о том, что называется системный анализ, всесторонний анализ возможных последствий. Это что, мы должны были решать ту проблему, которую не решили российские генералы? Мы только пользуемся тем, в какую ситуацию они поставили. А второе, я вам сказал, почему генерал Герасимов не сказал президенту Путину, что в 2000 году заканчивается срок ограничения на малые ракеты? И почему он не сказал, что эти малые ракеты могут появиться на территории Украины и достать любой объект в зоне Красной площади в Кремле? Вот вам пример того, когда люди принимают историческое решение, ломают одну страну через колено в пользу России, а потом оказывается, говорят, а мы не знаем, что теперь делать.
И нам придется принимать решение и по ракетам средней дальности, и по, по малой дальности, и по воде. Пане другой Викторе. Пример. Так, последнее. Так. Германия отказывается сейчас, ну не отказывается, а намекает на то, что она уже не хочет иметь атомное оружие у себя на базах. Вы слышали? Чули про таке? Так, это оружие готово взять на себя атомные Польша. Видите, как близко приближаются военно-политические угрозы к России. А между ними находится большая, красивая, полунищая, но любимая нами страна — Украина. Я слушаю ваш вопрос. Пане Вікторе, тобто резюмуючи, в жодному разі не треба применшувати ролі значення України в глобальних таких трансформаційних процесах. Я хочу вас запитати, ви казали про гібридну війну. Інтерв'ю Дмитра Гордона з Наталією Поклонською і інтерв'ю пана Гордона з Стрілковим, чи не є, на вашу думку, складовою гібридної саме інформаційної війни? Ну, конечно, вы хорошо это понимаете. Единственное, о чем вы стесняетесь меня спросить, есть ли там виновный во всем этом? Значит, я вам скажу прямо, когда Гордон после возмущения говорит, я записал это интервью в сотрудничестве с СБУ, СБУ тут же сделала вид, что она не имеет к этому отношения. И говорит, это его собственная инициатива. Но задача СБУ, как политического института обеспечения безопасности Украины, как раз и пресекать возможные такие вещи. Я вам хочу сказать, что само интервью ничего особого там не имело. Точно так, как и пресс-конференция Дергача. Оно выполняло другую роль. Оно консолидировало антиукраинский электорат в Украине. Это чудовищное преступление Гордона. Он это прекрасно знал. В результате мы видим, что Гордон россияне в лице Стрелкова использовали Гордона для пропаганды своего русского мира и русского империализма на территории Украины, а Гордон использовал СБУ. Более того, прошло уже, ну, неделя скоро, все возмущаются, а у нас есть такой странный орган. Вы знаете его существование, только забыли. Он называется Совет национальной безопасности. Он первый должен был заявить со своей негативной резкой оценкой того, что украинский гражданин Гордон представил общенациональную трибуну врагу украинского народа, украинского государства и преступнику. Этого нельзя было категорически делать. Но и это не самое главное. Тут мы можем долго спорить, что может журналист, что нет. Так, это такая удвечная тема. Да, да. И очень дискуссийная, так. Главным виновником сложившейся ситуации является служба безопасности Украины. А надо было не допустить этого интервью, потому что это СБУ, потому что это интервью посмотрело 3 миллиона человек. Это уже общенациональное поражение. Вот в чем дело. Дело не в содержании, дело не в Стрелкове, и дело не в несчастном Гордоне. Он хотел получить миллион записей, он его получил, но он получил 3 миллиона. И я вам приведу пример. Если завтра у Гордона будет выступать президент Украины, соберет ли он 3 миллиона людей, которые смотрело? Нет. Если завтра выступит начальник СБУ Украины Баканов, соберет ли он хотя бы десятую часть этого? Нам нанесли мощнейший пропагандистский удар, который вы абсолютно правильно связываете с войной. Пане Вікторе, на вашу думку, інтерв'ю Дмитра Гордона з екс-президентом Януковичем, хоча вже його позбавили статусу президента просто тоді, з Януковичем Віктором Федоровичем набере 3 мільйони переглядів. Я не дарма у вас питаю саме про це інтерв'ю, тому що пан Гордон в одному зі своїх інтерв'ю анонсував, що наступним буде його розмова з Януковичем. В нашій ситуації, коли 3 мільйони чоловік були використані в російській пропаганді, місце Януковича в 10 разів менше. Навіть близько. Тому що Янукович, во-первых, бежал,
Он предал Орду, он предал Донецких, он предал Юго-Восток. И Янукович неудачник, Янукович преступник, Януковича нет ничего что-то такого сказать. Тогда Стрелков демонстрировал русский мир, русский империализм. Он доказывал превосходство над украинской идеологией, и Гордон только ему поддакивал. Что бы он там ни говорил, на самом деле Стрелков не просто переиграл, а Стрелков получил трибуну такую, которую никогда не будет иметь никакой президент, этот президент, бывший президент Янукович, да. И еще одно. Вы знаете, в 2014 году после... Это совершенно новый, свежий тезис. Я думаю, что вы даже не успеете его осознать, но, может быть, успеете. В 2014 году все были уверены, что приход к власти Порошенко после Майдана приведет к, ну, если не политической мести, то к преследованию тех, которые довели людей до Майдана и убивали их, особенно высокопоставленных участников режима. Не прямых участников Майдана со стороны силовиков, там, УБОП и так далее, Стрелков и так далее, а тех, на которых держится режим Януковича. И если вы заметили, украинская прокуратура Порошенко и Луценко и с участием СБУ и других давала в Интерпол такого рода доказательства криминальности этих людей, что их очень быстро освобождали от преследования. Вот точно такую же хитрость и применил сейчас Гордон со Стрелковым. Когда нам Гордон говорит, я слушал, я задавал вопросы, которые потом позволят выставить его ответы на Гааге. Любой юрист вам скажет, что человек, который делает пресс-конференцию или какие-то заявления на 2 миллиона человек и на 3, не может быть юридическим основанием. И все, что там заявлял Стрелков, не может быть основанием для серьезного криминального расследования. Таким образом, нам уже подсовывают пустышку. И, повторяю, Совет национальной безопасности, а особенно генерал Баканов, должен был все это прогнозировать, а не говорить, что мы сейчас будем сидеть и рассматривать то, что сказал Стрелков с Гордоном. Мы получили удар гораздо сильнее, начиная с 2014 года. Мы еще такого идеологического удара не получали, то, что натворил Гордон со Стрелковым. Они тоже не ожидали о таком успехе, но, по крайней мере, Москва переиграла нас очень сильно. Самое худшее, что, оказывается, украинские спецслужбы не обладают политическим зрением, чутьем. Они работают по приказу, они работают технически, они думают только об экономической выгоде, они просто выполняют массовые ритуальные действия, но не защищают политическое пространство Украины. Пане Виктор, это хорошо. Пане, да. Викторе, в контексті тієї тези, яку ви озвучили, мовляв, після перемоги Петра Порошенка у багатьох були сподівання, що Порошенко буде здійснювати помсту щодо представників режиму Віктора Януковича. Скажу відверто свою думку, нехай суб'єктивно. Ви знаєте, після усім відомої віденської зустрічі, оці всі думки про те, що Порошенко влаштує помсту або влаштовуватиме темні представникам Януковича, ну, такі думки, вони просто згинули, як роса на сонці, як співається в українському славні. Я про технологію прикриття еліти режиму лічної власті Януковича, ви знаєте, народних депутатів, міністрів, діло не в взятках, а в їх політичному желании развалить и уничтожить Украину. Они должны были сидеть на скамье подсудимых, хотя бы человек 15. А с самого первого дня спецслужбы и правоохранительные органы формировали такие документы, которые на Западе не было принято ни одного случая. И это все было дело сознательное. Я думаю, что эти дела выкупались, и эти дела делались сознательно. Так что вы правы. Я просто показываю, что эту технологию сейчас применяют у нас. Когда Гордон кормит нас глупостями, что я хотел получить компромат на российскую агрессию от Стрелкова, то это ни один юрист Европы не рассматривает это как компромат. Повторяю. Кстати, командующего СБУ генерала Баканова Кремль не пожалел. Он зря сделал вид, что он не знал о том, что
Гордон будет брать интервью у Стрелкова. Хотя никто из нас не подозревал о таком сумасшедшем эффекте. 3 мільйони просмотров. Тобто Баканов знав все наперед. Тобто спецслужбісти про це все добре знали. Знали, но, конечно, давайте откровенно, мы с вами профессионалы, никто не думал, что эффект будет такой сумасшедший. Они думали, что это будет маленькая интрига и маленькая провокация России, и никто на это не обратит внимания. Я привожу вам другой пример. В предыдущем СБУ у нас уже был такой случай, когда глава СБУ вместе с генеральным прокурором вышел и сказал, мы взяли журналиста Бабченко, да? Аркадия Бабченко, так. Бабченко, обмазали его свиной кровью и изобразили его якобы убитым для того, чтобы собрать материалы для раскрытия заговора против Украины. Потом оказалось, что никакого Бабченко никто не убил, никакого заговора не было. Вот примерно только точно так же сейчас украинская СБУ попалась в ловушку россиян. Там тогда тоже россияне это оценивали. И мы понимали, что нас как бы обманули. Но я не думал, что нас могут обмануть еще раз. И этот раз очень сильно. Отсутствие политического нюха у СБУ – это очень плохо. Пане Вікторе, я зараз хочу достатньо коротко повернутися до прес-конференції Володимира Зеленського. Якщо мені не зраджує пам'ять, то другим або третім своє питання главі держави адресував саме Дмитро Гордон. І Володимир Зеленський, реагуючи на питання Гордона, його назвав нашим спецагентом. Скажіть, будь ласка, це була така от притаманна для Володимира Олександровича словесна гумореска, якийсь такий гумор, чи за цими словами реально криється якийсь зміст? Ну, я думаю, во-первых, это было, конечно, ирония, это был своеобразный юмор, но у президента уже есть негативный опыт. Один всесильный министр, прекрасно знает итальянский язык, любит итальянские песни, и когда закончится карантин его, он, конечно же, уедет, с министром внутренних дел уедет в Италию, он здесь жить не будет. Естественно, ему здесь неинтересно, но все это неприятно, он богатый, все. И он тогда утащил президент, премьер-министр внутренних дел Аваков утащил президента на свою пресс-конференцию. И мы понимали, что по форме это неправильно, это президент может приглашать министра на свою пресс-конференцию, а не Аваков приглашать на пресс-конференцию президента, в которой рассматривался вопрос об убийстве Шеремета. И сейчас, если вы заметили, президент уже понял, он осторожней. И поэтому, скорее всего, он уже смотрел на интервью Гордона и Стрелкова и попытки Гордона спрятаться за СБУ именно вот уже немножко с дистанционной, с ироничной такой, с ироничной точки зрения. И это правильно. Пане Вікторе, ну що ж, будемо резюмувати нашу з вами розмову. Дійсно, охопили такий широкий спектр тем. Я вам дуже за неї дякую. Дякую вам теж. Віктор Небеженко, політолог, з нами був скайпом на зв'язку зі студією «Політека онлайн». Дякую всім нашим глядачам за увагу. Бережіть себе і на все добре. До побачення.